С вами маг-чародей Антон Чалей. И сегодня будут ваши эпичные комментарии к моим видео. Я постарался выбрать самые странные из них. Первый комментарий. Не знаю, что тут написать, я туп. Но ты же уже что-то написал, не расстраивайся, все ок. Второй комментарий. Отлично попердели. Типичный Никита. Здравствуйте, а как вас зовут? Здравствуйте, я Никита, со мной можно весело попердеть. По-моему, можно не только это весело сделать, но еще и быстро. Понимаешь меня, быстрый Никита? Третий комментарий. Как у твоих обоев столько ушей? Они отрывают уши тем людям, которые пишут плохие комментарии. Четвертый комментарий. Пердеж плюс машина, першина. Першина — идеальная машина для быстрого Никиты или кто любит весело попукать. Пятый комментарий. Помогите, здание продается за 20 тысяч рублей. Антон Чалей, карбонаты сухофруктов. Стоп. Доктор, ну что же творится с этим парнем? Я уже видел подобный случай. Это внезапное проявление кека мозга, так называемый быстрый кек. Пациент сам себя остановил и признал, что тут что-то не так. Его спасет только подорожник внутривенно. Шестой комментарий. Красота какая неписанная, какой там хуй лайк, пойду драть даже. Я, конечно, понимаю, что мои видео вызывают бурю эмоций, но не до такой же степени. Седьмой комментарий. Я накакал на какао. Я понимаю, Леонид, что это очень увлекательно, но лучше не стоит так делать. Восьмой комментарий. У этого канала уже два мема. Мем-канал, мем, который держится только среди зрителей этого канала. Первый — летсклей, второй — крем-дичь. Что дальше? Шампунь-кактус? Отличная идея. У вас плохие волосы и кожа головы? Тогда шампунь-кактус для вас. Первое — повышает кровообращение кожи за счет многочисленных царапин. Второе — увлажняет волосы вашей же кровью и экстрактом кактуса. Третье — препятствует кеку мозга. Заказывайте прямо сейчас. Девятый комментарий. Не подписался на канал, посреди ночи геем стал. Подписался на Антона, открыл фабрику контрацептивов. А что если человек нетрадиционной ориентации не подпишется на канал? Что, он посреди ночи станет натуралом? Вот это поворот! Десятый комментарий. Минздрав рекомендует употреблять по одному твоему видео каждый день, всю жизнь. Ну что тут сказать, пацан к успеху шел. Ах да, еще чуть не забыл. Также по вашим просьбам думаю сделать такую рубрику, как «Очешуительные истории» или «Очешуительные влоги», где я буду делиться с вами своими мыслями. Они отрывают уши люди... Блин. Они отрывают. Оп, и нет ушей. И все. И можно в школу не ходить. Они отрывают уши тем людям, которые пишут плохие комментарии. Обои, вы это слышали? Да, мы слышали. Нужно обмотаться полностью подорожником, и тогда кек мозга пройдет. Также по вашим просьбам думаю сделать такую рубрику. Ну что за фигня? Какая рубрика, блин? Где я буду делиться с вами своими мыслями. С мыслями насчет всего. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!